В Сургуте откроется пункт приема вторсырья на переработку. Город стал третьим в Югре, где будут работать экоцентры. Причем их откроется сразу два филиала. Оба будут работать на территориях крупных супермаркетов в зоне наибольшей проходимости. Словом, организаторы экоцентров стремятся сделать их максимально доступными для горожан. Здесь будут принимать до 12 видов вторсырья. Различные виды пластика, бумагу, картон, алюминиевые банки, стекло и батарейки. Югра экология заключила соглашение с фирмой Duracell. И все сургутские батарейки будут отправлять на переработку в Челябинск. Из пластика будет производиться тротуарная плитка, скамейки, заборы и многое другое. В пунктах приема оборудуют просветительские площадки. Здесь будут обучать сургутян, какие виды пластика можно переработать, а какие упаковки вовсе не стоит покупать. Кстати, бонусы от сданного вторсырья получат местные школы. В каждом городе, в каждом экоцентре будет такая таблица, в которой будут перечислены все образовательные учреждения города. И любой гражданин, сдавая вторсырье, будет отдавать таким образом свои баллы за определенную школу. По итогам года будут подведены итоги, и школы получат компьютеры, интерактивные доски и всевозможные подарки.